Рамадан на канале АЛИ Атисам 1445 года по хиджре. الحمد ляйруббиля رب мин васаляту 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 васаби 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 ва васаби Вот <говорит> уже одна васаби васаби нашего <говорит> Рамадана закончился. Эти дни прошли тех людей, которые продолжают грешить, и тех людей, кто поклоняется. Но судный день увидим, кто является преуспевшим. Преуспевшие – те, которые в этом дуне слушаются Аллаха Субхану и делают то, что Аллах и Его посланники им говорят и с них требуют. А те, которые грешат, сладость этого греха пройдет, но наказание остается. Дорогие мусульмане, нет в этом дуне человека, который не грешит. От грехов даже праведные люди не спасутся. Ну, их мало грехов, но все равно есть. Как, если, Алла, если бы Аллах Субхану Та'аля каждого грешника уничтожал бы на земле, на земле не остался бы ни одного человека. الله قرآن جوارد ولو يأخذ ولو يأخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. yesli بالله سبحانه وتعالى نكازوا بلودي زائخ بيت سنيني. ни одно ходячее существо не осталось без измелья. человек ошибающий. и Аллах سبحانه وتعالى предписал ему грехи от своей мудрости. Пророк, саллиллаху алейхи сказал, «Клянусь тем, чьих руках находится моя душа. Если бы вы не грешили, Аллах бы, говорит, убрал вас и прибыл бы тех людей, которые грешат, потом просят они Аллаха, Субхану ата'ала, прощения, и Аллах простит их». Аллах, Субхана открыл ворота покаяния. И Аллах Субхану обещал, что покаяние примет Аллах Субхану какие бы большие грехи не были.

الله سبحانه وتعالى запретил нам что мы в الله, и также в الله سبحانه وتعالى грехи, какие наши грехи не были. الله في يقول: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. Скажи, أو محمد صلى الله عليه وسلم. يا عبادي الذين <سؤال> أسرفوا تيك هاتور بريشلي جرانيتس ماي ربي، تيك لا تقنطوا من رحمة الله، ني أتشايو تسميلستي الله سبحانه وتعالى، فاستن الله برشايوشي جريخي، سغرخي برشايوشي الله سبحانه وتعالى، فاستن الله يا ولاية برشايوشي إي وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. Вернитесь к Аллаху Субхану, покаяющимся. И повинуйтесь Аллаху Субхану Атлаху. Пока не придет день к вам наказание, потом вы не найдете себя помощника. Для, для покаяния есть много достоинств. Достоинства покаяния очень много. Из этих достоинств поистине то является, что человек бывает счастливым и преуспевшим, тот человек, который кается. الله قرآن يقول وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون باكيتس برنيتسك الله سبحانه وتعالى باكيانييم سي او برشي او تكبر برشي برنيتسك الله سبحانه وتعالى باكيانييم شتو بودت لا بيت موجد في بوتي برشي اسكرني باكيانييم برشينا اشتم الله سبحانه وتعالى براستيخ ويغري خيه الله قرآن يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار أوبر الشيخ بكايتس يريني الله سبحانه وتعالى بكايتس يسكر النساء بكيانيهم الله سبحانه وتعالى برستيت. вам ваши грехи и будет вести вас в рай, такой рай, который течет под ним, реки. Аллах, Субхану когда говорит в Коране, битмоджит, это, это точное, что это случится. В Коране, когда обещает, быть может, вы преуспеете, быть может, вы войдете в рай, это означает, что процентов вы преуспеете, и сто процентов, и что вы войдете в рай. Это такое толкование этих аятов, которые Аллах говорит, «Быть может, вы преуспеете, быть может, вы войдете в рай, быть может, Аллах вас простит». Это все означает, что Аллах простит, и войдете в рай, и преуспеете. Если выполните те условия, которые Аллах вам говорит. Искренние покаяние, что делает? Даже плохие твои деяния, превращает их на хорошие. Аллах в Коране говорит, «Илля мантаба, ва амана, ва амила салихан, فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما كرومي تيخ كتب هكايليس اي اوبيرو والي اي دياني شتو شتو بوتيم فأولئك إِخْ الله سبحانه وتعالى بيورشايت بلخي دياني نخروشيخ فإستين الله يوليت سبرشايشيم اي توبة بريشيني чтобы вас Аллах, Алла, а, чтобы вас Аллах Субхану наделил прекрасными благами. И Аллах Субхану Ва не спасла вам дождь. И Аллах Субхану Ва вам дал силу. И Аллах Субхану Ва вам дал имущество и детей. Аллах урани говорит. они Просите прощения Аллаха Субхану Ва потом вернитесь к Аллаху Субхану Ва с покаянием. الله سبحانه وتعالى ناديت вам ببركاتني بلاغي ده أقول يوم سرока بلاغا من ناديت الله سبحانه وتعالى ويؤتي كل ذي فضل فضلها كاش دمو تو خروش يعند الله سبحانه وتعالى داسيمو. درجوم آياته الله جواريد نجزيه هود عليه السلام. حريق هود سيد من رода ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه о мой народ, просите прощения у вас и у Господа, Сумма тубу или потом вернитесь к Аллаху Субхану с покаянием. Что будет? сама алейкум мидрара. Аллах Субхану Тааллу отправит вам небеса с дождями. И увеличит вашу силу к вашим силам. То, что есть силу, еще приумножит Аллах Субхану Тааллу. Валята таваллау мужримин. Не отфрачивайтесь будучи грешными. В другом аяте Аллах Субхану ва говорит на языке Нух алейхиссалам. Нух алейхиссалам своего народу говорит: "Факульту стагфиру Раббакум, иннаху кана гафара». Я сказал, говорит Нух алейхиссалам, просите прощения вашего Господа. Поистине Аллах является прощающим грехи. Что будет? сама алейкум мидрара. Аллах Субхана ва вам не спошлет обильный дождь.

إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فإسلين الله لبيد كاي الشخصة يا الله سبحانه وتعالى لبيد أتشي شاي يشتري سبوش لبيد نتوقع غريشنك كذا كايت الله سبحانه وتعالى لبيد أدو جلوك الله سبحانه وتعالى رادو يتسا يدولستو يت بكيانهم كاي الشيو جلوك هذا حديث представьте, какой радость Аллаха Субхану Аллах говорит, более радостный, говорит пророк, когда его, раб, когда его раб кается, его верующий раб, когда кается, чем человек, который был в пустыне, и с ним вместе у него была верховое животное. И на этом животное у него была еда и питье. Он лег, заснул, проснулся. Вот это его животное ушло ушло это животное, искал и не нашел, и уже жажда тоже настала, нету ни кушать, ни пить. Потом сказал, вернусь в то место, где я был. Пошел в том же месте, где он спал. Фаанам хаттамут, буду спать, пока не умру. Это положение, представляете? Человек уже лег, умерет, и под локу, поставил на руку, голову свою руку тоже, и умерет. Готов человек. ваиндаху проснулся, рядом стоит его животное, которое потерялся, и там его еда и питье. Аллах более сильно радостный, чем когда его раб, верующий раб кается, чем этот человек, нашествие свое животное, от своего животного, как он радуется? Чем этот человек больше радуется Аллах, Субхану Та'аля, когда его раб кается? о тот, который делаешь грехи и делал грехи, может быть, даже до сих пор не, не постился. Милостивый Аллах ждет тебя, что ты покаялся. И не только ждет, чтобы тебя простит, но еще радуется за твое покаяние. И простит твои грехи. И даже искренне, если покаешься, твои плохие деяния превращает на хорошие. Аллах Субханаху Вернись к Аллаху Субханаху тот человек, который грешил, до сих пор делал харамные, зина, прелюбодеяние, стихр и другое, оставь это все греховное, покайся, вернись к Аллаху Субхану Ва та, та сестра, которая до сих пор не покаялась, не покрылась, покройся. Даже если покрылась, на крашечном на улицу, или же облигающий одежда одеваешь, хотя она покрытая, но, как это говорит хадисе, одетый на но ноги. Все тело показываешь на виду, Покройся должным образом, как требует с тебя Всевышний. У Аллахе от этого деяния Аллах радуется, чем этот человек, который я сказал, когда он нашел свою, свою верблюдицу. О, братья мусульмане! Такой милостивый Аллах, прощающий, и ждет от вас, пока его не покаят. Неужели не стыдитесь перед Аллахом Субхану Хуа что еще дальше грешит? Мы все грешим, не греши, которые не делающие грехов нет в этом Дуне, но постоянствовать в этом грехе, не печалиться за то, что грешил, не сожалеть об этом, это является большая беда. Это некоторые достоинства того, не все даже достоинства, которые я сейчас перечислил. Это все получится, если искренне покаешься. Искренне покаяние это означает, что ты все грехи оставил, то, что ты делаешь, грех оставил, и искренне покаяться, и сожалеть сердцем, и простит прощения языком, и своими частицами тела оставит эти грехи, и ненавидит этот грех, и искренне намерен делать, что больше я к этому греху не вернусь. Таким образом, если покаешься, Аллах Субхана, Ва Та'аля простит твои грехи, какие бы они большие ни были. Если даже эти грехи будут между землей и небом наполнены, такой обильные грехи будет. Аллах прощает тебе, твои грехи. Для покаяния есть свои условия. Первый – оставить грех. Второе – сожалеть о сделанном. Третье – делать сильное намерение, больше не вернусь к этим грехом. если этот грех между тобой и рабом, четвертый здесь, чтобы ты если кому-то кого-то притеснил, просит у него прощения. Если кого-то украл, это вернут. Если не можешь вернуть и не знаешь хозяина, у кого ты его украл, Сколько украл, если знаешь, это за него садака сделаешь. За этого человека отдашь садака. Если не знаешь ни его, ни его родственников, за него садака сделаешь. Или же за кого-то гиба сделал, за кого-то зл злословил. Тогда, если знаешь, если ты скажешь ему, я за тебя гиба сделал, прости меня. Если он простит и не будет этого вреда, пойдешь, попросишь. Если думаешь, если я сейчас ему скажу, он наоборот на меня будет злиться, еще хуже сделает, тогда проси Аллаха ал, прощения для себя и делай для него. За кот и рыба делай, для него дуа делай. Иншаллах, Аллах простит тебя твой грех. Братья мусульмане, послушайте этот хадис. Пророк, саллиллаху алейкум, говорит, если на кого-то из вас есть притеснение для своего брата, если какого-то своего брата ты притеснил за его честь. Наговорил на него, что он зина сделал, или на его мать, или на его сестру что-то сказал. Сегодня, говорит, попросите прощения у него, пока не будет тот день, который не поможет вам динар, валя дирхам. Это не поможет, судьи не будет золото и сервера отдать, чтобы он прощение простил. Если, говорит, у тебя есть хорошее деяние, от этого будет брат, сколько ты притеснил оттуда, возьмет и накинет, отдаст, отдаст этому человеку, который ты притеснил. Если у тебя нет хорошего деяния, отдать ему, его плохие деяния возьм, э, берут и на тебя прикинут. Также, если, о, мусульмане, если кто-то тебе прошел, а, если кто-то тебе подошел, или ты знаешь, что против тебя сделал, ты, если ради Аллаха простишь, это больше тебе вознаграждение, чем не простит оставить это на судный день. Если прошел, подошел брат, говорит, о, брат, я так, так, сделал, я сделал, я не был неправ, прости меня. Если это простишь, это тебя больше вознаграждений, и ты получишь любовь от Аллаха, Субхану Ва Аллах в Коране говорит, те, которые сдерживают свой гнев, второй условий, а которые, те, которые прощают людей, которые, те прощают. что будет? Аллаху يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ «Аллах любит людей, которые творят добро». Вот это добро, прощающий. Если людей будешь простить и будешь сдерживать свой гнев, Аллах, Субхану Таалет, тебя полюбит. Друг, друг, в другом аяте говорит Аллах, «Пусть прощают» говорит и полностью очищают от, от тебя, я тебя простил и ничего от тебя не прошу. Пусть прощает, говорит, не любите ли вы, говорит, чтобы Аллах Шмантал вас простил. Если ты прощаешь людей, Аллах будет тебя простить. У Аллаху Рахим по истине, Аллах, прощающий и милостивый. Имам Шафи говорит, Рахим Аллах. фалам ярдафа ва шайтан. Кто, говорит, с него требует, что он был доволен, прости меня, подошел к тебе, извини, прости. После этого, то есть не прощаешь, говорит, это является шайтаном, говорит имам Шафии, Аллах. О Аллах, мы возвращаемся к Тебе, мы просим Тебя прощения, прости же наши грехи. О Аллах, мы просим прощения от всех наших грехов, открытые, явные и скрытые. О Аллах, мы, простим. мы просим прощения от наших всех грехов, которые Ты знаешь. О Аллах, прости наши грехи, сделай нас и с теми людьми, который ты освобождаешь от огня ада этот Рамадан. О, Аллах, прости наши грехи и помоги нашим братьям в Газе, в Шаме, в Туркестане, уйгурам и остальным всем нашим братьям-мусульманам, унитенам, которые находятся в тюрьмах этих тагутов. О, Аллах, освободи наши земли от этих врагов ислама и мусульман. Амин, амин, амин. Валхамбулллах и Аламин.